птиц начинает свое движение с отборочного этапа. Но это самое большое количество людей, которые приходят на этот конкурс. Это московский этап, региональный этап. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые эксперты, уважаемые коллеги. Я полностью присоединяюсь к словам Ольги Анатольевны, мы вам рады. Вот это самое главное, потому что наша площадка, встречая вас, максимально комфортные условия. Хотела бы вам представить, а также, чтобы вы провели с нами этот день, конечно, соревновательный день, конечно, волнительный день, но тем не менее, радостно и хорошо. Потому что сегодня происходит? Школьники для многих сегодня первая профессиональная проба. Серьезная профессиональная проба, когда вас оценивают серьезные солидные эксперты. Студенты и специалисты, многих из которых, правильно, мы видим уже не первый раз, сегодня приходят не просто поучаствовать, не просто отобраться. Они приходят, наверное, для победы над собой. Посмотреть, как изменился их уровень профессионального мастерства за год. Что в дальнейшем их ждет? На что они могут рассчитывать? Какими профессионалами они стали? И вот это самое важное. Потому что конкурс «Обилимпикс» — это чемпионатное движение профессионального мастерства, в котором принимают участие ребята с различными особенностями в здоровье и так далее, но все эти ребята — профессионалы, и это самое главное. Поэтому, ребята, я сегодня вам искренне желаю показать все те навыки, которые вы получили у своих наставников. Собраться, выступить достойно, интересно, получить новый позитивный опыт. Поэтому с удовольствием хотела бы открыть сегодняшний день и пожелать всем присутствующим успехов и удачи. Наш организационный комитет чемпионата «Обилимпикс» входит все департаменты города Москвы. Конечно, самый большой весомый вклад в организацию этого чемпионата вносит департамент труда и социальной защиты населения, департамент образования. Конкурсные соревнования проходят на 34 площадках. Желаем удачи всем вам, участникам этого чемпионата. Желаем вам пройти в эти финальные испытания. Первый шаг в профессии. Студенты профессионально оценивают то, чего они достигли, чему они научились. И мы будем надеяться, что год от года ваше мастерство будет становиться только выше. Thank you.